В Алматы начались строительные работы по ликвидации аварийной школы и недопущению трехсменного обучения. По поручению акима Бахаджана Сагентаева в городе ведется работа по обеспечению доступных образовательных услуг по программе «Город без окраин». К примеру, в Турксибском районе в школе гимназии номер 59, построенной еще в 30-е годы прошлого столетия, разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции аварийного здания. Строительно-монтажные работы начнут в 2021 году. А в общеобразовательной школе Ауэзовского района проводят работу по пристройке к главному зданию. Это решит проблему с дефицитом ученических мест. Пристройка рассчитана на 400 ученических мест в одну смену. Если дети будут учиться две смены, там на 800 мест. Сейчас наши дети, родители и, конечно же, учителя рады. Вместе с тем, на заседании коллеги с участием акима города обсудили вопросы о возмещении расходов родителей на питание детей в частных детсадах. Предложение находится на стадии рассмотрения. Стоит отметить, что субсидирование касается только тех родителей, чьи дети будут впервые посещать частные дошкольные организации с госзаказом. Таким образом, финансирование из местного бюджета даст возможность предпринимателям сдерживать ценовую политику. Необходимо улучшать условия для обучения. Нужно строить школы, открывать различные развивающие курсы и делать это все доступным для подрастающего поколения.